сегодняшнего дня во Владивостоке по улице Авроровской вводят ограничение проезда. Оно действует на участке от дома номер 10 и до дома номер 17. То есть теперь объехать вечерние пробки по маршруту Олимпиец-Дальпресс не получится. Все дело в вынужденном ремонте ливневой канализации. Сейчас по Авроровской улице специалисты из ГТ выявили проблемный участок. Пришлось полностью перекрыть участок дороги от 17 до 10 дома. Вот. Будем выявлять проблему. А проблема в чем заключается? Это проблема ливневка? В перебитой трубе, получается, при прокладке водовода. Ливневую канализацию в свое время перебили, вот, и она не работает на этом участке. При въезде на Авроровскую водителей встречает сразу несколько знаков. В простонародье кирпич, который запрещает дальнейшее движение, знак, обозначающий тупик, и знак, обозначающий, что ведутся ремонтные работы, но это не мешает водителям продолжать движение. За время присутствия на улице нашей съемочной группе удалось насчитать более сотни машин, которые проехали на запрещающие и предупреждающие знаки. И каждый водитель по-разному оправдывает свою невнимательность. Там же знак стоит, почему поехали? Ну там знак, кирпич стоит. Тупик. Дезинформировали, парень сказал, что ты ехал. Что, все нормально, да? Почему поехали, вы не увидели или как? Такие же знаки стоят и на противоположной стороне дороги, за исключением тупика. И водителей, которые едут с первой речки, тоже ничего не смущает. Уткнувшись в кирпич, едут через дворы. Ранее работы по замене труб велись и на этом участке дороги вблизи Дальпресса. Здесь также было все перекрыто, только положение спасала вот эта вот односторонняя дорога, которая на время стала двухсторонней. Это касается улицы Иманской, которая ведет к железнодорожному переезду на мыс Кунгасный. На протяжении практически двух недель здесь проводились работы с частичным перекрытием дороги. И наверняка оно повторится. Здесь проводят капитальный ремонт по нацпроекту «Безопасные и качественные дороги». Этот участок дороги дублирует основной выезд из центра города, но здесь также нередко бывают пробки. Если ехать в сторону Дальпресса, то вас встречает светофор, а далее идет мыс Кунгасный, на котором железнодорожный переезд закрывается практически каждые 5 минут. Сейчас в будний день, особенно в час пик, центр города сковывает 8-бальные пробки. И одна из причин – ремонт дорог. Открыть проезд по Авроровской обещают через 4 дня. Однако такие масштабные работы по капитальному ремонту дорог будут проходить в городе на протяжении всего лета.